Рижский вокзал опять плитку перекладывают. Ее вложили в прошлом году. Вот. Перед тем, как сюда приезжал Путин, там что-то ему показывали. Вот. Потом он уехал. Вот, и плитка начала местами проседать там, все прочее. Все, тут ее уже третий раз, по-моему, перекладывают. Ну, сейчас пик, время 17:45 почти. Вот. Пятница. Короткий рабочий день. Так что вот такие вот тут ремонтные работы на новом месте буквально. Не успели сделать, уже все переделывают. Ну, добрая традиция у нас такая. Ну, все-таки вокзал. Людей много.